Thank you.
Чё вы? Здравствуйте.
Добрый день. Полезно. Как рыбалка? Полезно. А вообще, что вы попадаете-то? Понимаю. А, не понимаю. Понял. Да ладно, вот вас клюет. Нет, только. Добрый день. Поплавок опускается просто. Как рыбалка? А? Как рыбалка? Плохо. Плохо рыбалка. А когда хорошо? А когда хорошо? Караси становится? По килограмму только. А-а-а. Не по два, вот. А по килограмму. Да. Это плохо. Килограмма не клюнет. Сазаны по пять. Это плохо. Что, интересуетесь рыбалкой? Ну так. Ютуб канал мой посмотрите и все увидите. А-а-а. Называется «Таганские сазаны». Захмылов Ютуб. В том году мы поймали 120 сазанов. Это где? Это там все есть, вот здесь. Нет, вот здесь 170 здесь? И там все хорошо, это, и там все это запечатлено, чтобы не пиздобол я, да? Ладно. Красиво вот уже пошел счет. Слушай, больше а что вы не ездите на эту, как она? Зачем нам ездить, когда я на трамвае приехал 8 нет, минут? В Астрахань сейчас все едут. Я всю жизнь на Рыбинке ловил. Это где? На севере. Южная тайга там уже. Да, куда? Нет, а где? Сейчас уже денег нет, чтобы ездить туда. Рыбинского дохода. А сейчас я на Рыбинское, ну какой север? Север. Ну, гуглить. А, от Москвы ну, север да. Именно. А, ну с Москвы. Ярославль. Да. У меня там брат просто живет. Череповец там и все прочее. В Рыбинске. Брат твоё. 500 верст. Да. Ну, есть разница. Трамвай 8 минут и 500 верст. Я ловлю здесь больше, чем я там пропивал больше. Понимаешь? Для этого рыбалка и нужна. Так я в курсе, а мне здоровья нет, 64 года. Где рыбок? Сколько? 64. Блин, почти догнали. Я здесь напиваюсь так, что тебе не снилось. Хуже, чем на рыбке. Вот я сегодня нажрался. Ну, по тебе не скажешь. Как я, не скажешь? Курить нет? У меня есть вот. Трубка, Вера. Ну, скажу, если что. Может, это. Не, это... Я же не обещал сегодня не пить. Блин, а я... Своей ничего не обещал. Пошел в магазин, блядь, и взял вот, блин, ну, две этих. Хочешь выпьем они? Я-то не хочу, я чисто предложу. Ну давай глоточек сделаю, за карася. Давай. Так и быть. На, тогда вот и знаешь. Ну ладно, я пойду. Не хвоста ничего, что я вам. Да, посмотрите канал. Обязательно. Таганские сазаны. Да, у меня записано уже, так что. Посмотрим обязательно.